Добрый день, дорогие охотники и рыбаки. Сегодня открылся сезон охоты перепела. Вот находимся в вот таких горах, армянские горы. Вот такие красивые места у нас. Охотники идут. Пару штук добили перепела. У нас вот такие две штуки я взял. Вот такие перепелы. Ну, камера не взял, с телефона снимаю. Ну, в этом году плохо, перепелов почти нету, но эти места выходили, тут летал много. Ну, примерно 30 штук мы видели, далековато они летали. Ну, что сказать, пока идем. Охота продолжается. Вот такие склоны у нас. Камни. Тут и куропатки есть. Пока сезон не разрешено. Но в лицензии в этом году есть две штуки горных куропаток. Вот идем. Артём, караги! Это наш молодой охотник. Артём! Цервара! Сейчас приближу. Вот наш охотник. Молодой, первый раз выходит на охоту. Вот такие красивые места. В лицензии три штуки написано жаворонок. Ну есть, пока не портим патроны. Посмотрим, в конце дня как будет. Пару штук стрельнем. Их мясо очень вкусное. Как и перепела. Вот такие красивые места. Вот спускаемся вниз. Гор. Вокруг все гора. Жаль, что не смогу снимать выстрелы перелета. Ну, как летает перепел. Камера не удобно снимать, стрелять. И так перепелам мало. Стараемся стрелять максимум четко, чтобы не упустить перепела. Ну, главное, стреляли. Охота состоялся. Пару штук стреляли. Вот. Ой. Эй, Арма, вон сенкейту. А, вот сейчас выходили вот это поле. Ничего не было, не стреляли. Сейчас идем на дорогу, чтобы машина приехала. И ехали дальше. В горах. Будем подниматься еще выше. А, лоли, лоли, караки! Они упустили перепела, так и не стреляли. Я тоже гонялся, но они не летали. Сейчас поднимаемся вверх. Эй, я новый конче.
У меня на газах юг так. Вот такие места. Херсен цитан юг. Стако кишник. Саша, матнеке танк. Тут тоже можно. Без перепеля. Пасас гнат саскален. Лав. Келька отхарни духа пес. Если скажу, честно скажу, тут не ожидали, что будет так много перепелов, но ветер мешает. В сторону ветра летают, ветер носит в ущелье. Недавно дождь сбил. Это кладбище. Село. Тут маленькое село. Примерно где-то 11 дом. Очень маленькое село. Мало тут живут люди. Тут в основном держат пчел. Сейчас поедем. Посмотрим, мед есть. Мы мед будем кушать. Блин, маленький. Касым, вот это уже дорога выходит, вот такие перевали, вот тут это был старый дорога, все тут был разрушился город, открыли новую дорогу, вот это старая дорога, а это новый. Тут зима. Быстро переходит в пасти конце сентября, тут уже снег. Вот наши охотники идут. Вон они издалека. А это я иду. А, окнар. Перекур делаем. Устали. Вот такой красота. Кепка. Знаете, вот. У меня ружо. Мой ижак. Иж-27. Приехали вот в другое место. Вот ушли такие красивые места. Тут и медведь здесь. В нижнем части вот этого склона есть дерево греческих орех. Они спускаются из гор и кушают, наслаждаются орехом. Фундук тоже есть, фундуки тоже кушают. Там есть дерево иви. Все вот такие кусты. Вот это село Гнищик. Вот это село. А это их кладбище. Тут очень старые кладбища есть. Сейчас покажу, посмотрим года. Посмотрим, тут даже не знаю какого. Даже 1800 год должен быть. Я в прошлом году видел, не знаю, это... Вот это все могилы. Вот. Смотрите, какие могилы. Вот. Такие картинки. Крести. Это тоже могила. Здесь все камни могилы. Вот, вот. Вон. Сейчас покажу. Крест наш армянский.
камень называется Хачкар. Жаль, что года не написано, чтобы вам показать. Вот это тоже могила. Впереди тоже могила. Вот всего вот это тут погибшие, живущие села. Не так уж много. Вот такой склон спускаюсь. Поднимался на гору, а сейчас спускаюсь. Сейчас покажу общее село. Сверху покажу, чтобы вам видно было дом села. Тут 1966 год тоже есть. Вот вся село. Вот это подница. Вот это маленький село. Все, больше нигде никто не живет. И один домик вон там вдали. Пчелы держат вот домик пчел. Это тоже старый дом из камня горного, камня собирали все. Итак, спускаемся вниз, посмотрим дальше, что будем делать. Спустились в село, вот такие красивые домики тут раньше коровы держали, вот стены. Дома остался вот такие разрушенные. Идем. Вот этот домик. Чуть отдохнем, перекур делаем, будем кушать. Чуть отдохнем и подниматься в горы. Вон те горы. Посмотрим там, что будет. Тут водопровод делает. Меняют все водопровод, чтобы села была вода. Арман! Это наш крутой охотник. У нас тут молодой тоже. Вот один перепел. Эсап берем. Накален, сам накален, вот. Попо, где муту, попо, вот, едови. Вот смотрите. Расскажи, что ты сказал по-армянски. Задницу. У него хочет греческую ореху глотать, что ли. Величие, а только скоро. Вот. Приятно очень. Говорит, очень вкусный. Ютубом, кстати, Фейсбук, говорит Фейсбук. Сейчас будем отдыхать, соберем наше ружье. Это... Вот. Все. Оп. Все. Инча, утерка, я, шаткали. Лавы. Анаки, мамин, лава, да, скидывайся. Это не санак, че нам, лапер. Мегер лавна, Артур. Вот, свежий мед. Ну,
Вот наш шашлик. Уже делаем шашлик. Пару штук перепела. Долю тоже стреляли. Будем сейчас кушать. Это наш главный. Шеф-повар. Вот приехали. Вот такое место. Красивое. Так где-то, чтобы дым не мешал нам. Наш беседка. Все, ребята, кушали, отдохнем и домой поедем. Приехали примерно 150 километров. Вот такие горные места. Ну, пару штук стреляли. Главное, открыли сезон охоты. 2018 год. Давно не охотились. У нас уже плохо с охотой. Никак. Главное, безопасность сохранить. Безопасность и не стрелять ради птицы, друга стрелять или что-то плохое. Главное не это, главное, что все хорошо прошло. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на мой канал. Не забудьте ставить лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы получить новые уведомления о новых видео. Всем пока, удачи, доброй охоты и рыбалки вам. Пока, удачи.